Что у нас? Всем привет! С вами канал Артмания. Сирень. Короче, сегодня у нас пятница, завтра уезжать на дачу. И, естественно, конечно, я решила ничего не готовить, потому что, ну что, два дня нас не будет. Приедем только вечером, смысл. И мы просто с Димочкой выживаем. Нашла в морозилке блинчик, не знаю с чем. Нашла в морозилке замораживать хлеб, кстати, очень классно. Сделано, у нас есть масло, есть паштет, да, бутерброды с тобой сделаем. Так, это что у меня? А, это кусочек сала я себе нашла. Пожую. Сыр. Здесь есть, яблоки у Димы сегодня не ел, помидоры, перчик. Сейчас я сделаю салатик, да? И, короче, мы пытаемся выжить. Ну, просто я не хочу сейчас готовить, и, честно говоря, я уже... Очень сильно устала за время ремонта, после ремонта, вот это все, у меня уже сил просто нету. Вот, мыть посуду, постоянно ее моешь, что ты показываешь? Сердечко показываешь? Да? Ты опусти ниже, вот так, да, сердечко, вот, уже просто выматываюсь уже. Вот. Короче, так вот. Да, Дим? Да, Дим, кутюз. Тюкатюса. Снова всем приветики. Решили вместе с вами готовить ужин. Диму видно. Вам так нравится. Постановка такая по-домашнему. Все, пишите мне там комментарии. Вот, короче, завтра мы уезжаем на дачу. Вот помидор прям как стеклянная. Жесткая такая. Дима, сиди спокойно. Вот, уезжаем на дачу, поэтому я решила не готовить. Ну, я подумала, смысл готовить. Ездили в травпункт, помните, да? Вот, сегодня я перевязку Димы сегодня делала сама. Хотела пойти... Нам сказали, что на перевязку надо в свою поликлинику пойти. Вот, я хотела пойти, мама сказала то, что не надо. Зачем ты будешь ходить, ты очень сильно устанешь. Хотя я такие уже прям грандиозные себе планы напридумывала. Куда я еще потом, ну, вернее, мы куда еще потом зайдем, прогуляемся на колясочке, не спеша. Типа там все. Ну, я, короче, не пошла. Да? Что мы не пошли, мы танцевали. Включили, врубили сегодня музыку, не на всю, правда, громкость. Ну, вот, танцевали. Ну, и ведь в обед я решила ему посмотреть сама, там ранки нету, там просто маленькая точечка. Я думала, там прям вообще... Думаю, было бы обидно, если бы пришли бы ее Блин, я путаюсь в словах. Перепеленать у меня все это в голове. То есть перебинтовать, да, на перевязку пришли бы, медсестра бы открыла, а там ничего нету. Там вообще прям ничего абсолютно нету. Притом крови, то есть было видно, что ватка была вся в крови, но чем-то они вот таким лекарством заложили, что кровь дальше не пошла и очень быстро все зажило. Это радует. Так, делаем с вами салатик. У нас будет салатик. Да, салатик, блинчик. Напополам мы с тобой. Бутербродик. Перчик хороший какой. Как стакан. Как стакан? Да, как стакан. Вот такие у нас дела. Сирень, да. Это мы с тобой вчера пошли. Купили сирень. В одном месте я спросила, женщина сидела, продавала сирень. Сейчас покажу сирень. Вот она сирень продавала одну веточку, то есть такую вот одну веточку 100 рублей, представляете? 100! Я так подумала, ну сколько же мне надо веточек тогда? Ну, чтобы у меня получился вот такой полноценный букет. Здесь, кстати, 12 веточек и еще сколько-то там, 4 что ли. Домой пришла, когда посчитала, там получилось, да, 12 веточек, я подумала, у меня бы это вышло 1200, да? А я купила за 100 рублей. То есть один букетик за 100 рублей и другой за 100. Там у меня два букета здесь. Это шикарно. Ну, сладко я это съесть. И будет кислота мы съедим. А, вот еще лучок есть.
Петрушка вот есть, я смотрю. Колбаса, нельзя бросать. Ну, хорошо, хорошо. Больше. Так, вот такой у нас лучок. Длинный лучок добавим, петрушечку добавим, хотя Дима их не очень любит. Это баба Валя дала лучок, баба Валя. Я заходила лучок, она отдавала баба Валя. Все, зимался, съел, все. Съел малыша, съел малыша. Батарейка садится. Вот. Короче, у нас вот так мы с вами готовим. У меня садится батарейка, к сожалению. Я вам потом покажу, наверное, конечный результат. Я заводил. Так, ну, получился руками. У нас вот такой салат. Батарейка у меня садится. Нет, не руками это буду. Зимочки. Руками. Огурца вот только не хватает. А майонез как руками. И вот такой вот у меня. А майонез руками? Ты в нее макай. Перчиком макай. Дима потребовал майонез. Вот так. Ай, зеленушка. Вот так. Не увидел никто ничего. Так. Хлеб у нас тут размораживается. Мой перчик. А, ну сейчас он салат съест, потом мы съедим блинчик. Хлеб, короче, и куча всего. Короче, вот так вот. У нас сегодня такой день. И, то есть, в магазин я за неделю сходить не смогла. Муж у нас уехал к родителям. То есть, мы остались без продуктов. У нас был маленький минимум продуктов. Собралась я уже заказывать. Ага. Да, вкусно. Собралась заказывать доставку Сбермаркета. Там вышло у меня в 3000 почти. Хотя я особо ничего такого не заказала. Так, по минимуму. Ну, не стала покупать. Мама принесла помидоры, бананы. А, виноград принесла. И... тогда я не стала. Короче, так вот. А, яйца у нас были. Вот яишенка была сегодня у нас. И, короче, ну, так вот. Есть каши, но варить не хочу. Послезавтра приедем с дачи. Видно будет, может быть. Наверное, что-то будем готовить, да, Дим? Да, что-то надо приготовить еще. Будем с тобой или кашу, или вермишель. В морозилке есть мясо. То есть, ну, в морозилке там все есть. Просто сейчас готовить мне не хочется совсем. Я очень сильно что-то устала, и за вчерашний день я очень сильно перенервничала, когда Дима получил занозу в пятку. Мы ездили. Это было, конечно, ужасно. Да? Да. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Лайки-лайки? Где лайки? Показывай. О! Такой большой лайк ставьте. Димочки ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь. С вами был канал Артмания. Да? Я в лице не видать.